Приветствую вас, дорогие друзья. С вами я, Анастасия Час. И сегодня у нас сентябрь, то есть 23 сентября, пятница. Это очередной обзор по основным валютным парам. На экране у нас пара евро-доллар. Что я могу сказать на сегодня по паре евро-доллар? Мои индикаторы показывают мне, что мы еще вчера развернулись на днях вниз. То есть я полагаю, что мы можем прийти сюда к разворотной линии дня. Сейчас еще вот двигаемся пока туда, к разворотной линии дня. Это, сейчас скажу, это что у нас? Это 1.12202, возможно, даже еще к линии месяца. 1.12328.30, где-то 1.12330, где-то так мы можем прийти сюда и отсюда дальше вниз. Хотя можем прийти вот, ну да, к разворотной линии дня. Я думаю, что все-таки мы туда дойдем. И дальше пойдем вниз. Сегодня, возможно, во второй половине дня мы пойдем вниз. И сейчас я скажу, где цель внизу. Цель внизу это где-то, сейчас скажу, 1.117. Вот цель внизу, мы можем сегодня прийти 1.117, либо еще даже ниже. Где-то 1.114.90, 1.115. Вот где-то так мы можем вполне сегодня прийти сюда. Потому что недельный тренд, говорю, повторюсь, остается нисходящим. Хотя, видите, как-то он как бы не совсем нисходящий, если взять, что сколько-то дней мы, вот второй день мы идем вверх. Поэтому вполне возможно, я говорю, что мы сегодня дойдем сюда до линии месяца 1.123, где-то 10, вот так вот, и будем двигаться вниз. Вот такие ожидания у нас по паре евро-доллар, у меня, вернее, ожидания у нас по паре евро-доллар на сегодня. То есть, что мы все-таки развернулись вчера, позавчера мы пошли вверх на днях, а так недельный тренд нисходящий. Ну а сегодня все-таки я полагаю, что мы пойдем вниз во второй половине дня. Далее у нас на очереди пара доллар-франк. Значит, какие ожидания у нас по паре доллар-франк? Пара доллар-франк показывает мне мой индикатор, что она разворачивается наверх. Значит, скорее всего, мы придем, можем прийти сюда тестировать. Хотя, как я говорила, повторюсь, я не исключаю внутри дня оно что вверх, что вниз. Не такой там ярко выраженный тренд, выраженное движение в какую-нибудь в одну сторону. Мы можем и туда, и сюда. Хотя недельный тренд как бы такой нисходящий, но если посмотреть, вот он нисходящий, но вот на сегодня, именно вот сегодняшний день мне показывает, что мы пойдем вверх. Значит, куда мы можем дойти сегодня? Вверх. Если пойдем, мы можем откатить сюда. Сейчас скажу. Где-то сюда, к этой линии. А можем прямо и отсюда. Хотя я предполагаю, что мы можем вот сюда еще кинуть свечку. Либо даже на 0.968. Вот сюда, на этот уровень можем кинуть свечку и пойти дальше отрабатывать. Значит, вот смотрите, линия месяца, и здесь линия недельная. Это 0.972.85. И дальше следующая линия, это следующий уровень, куда мы можем прийти, это 0.974. Что ж такое-то? 974 и 0.97480. Где-то вот сюда можем дойти сегодня. Так, так и сюда. Повторюсь, 0.974, 70, 80. Где-то вот так.
при условии, что мы все-таки, да, по моим индикаторам все-таки пойдем вверх, потому что у меня показало пересечение, и что мы пойдем вверх именно на днях, да, ну, после возможного так отработки вот этого уровня 968.70. Пойдем вверх. И такие вот у нас ожидания. У меня ожидания по паре доллар-франк. Следующая пара у нас фунт-доллар. Фунт-доллар. Какие ожидания у нас по фунту доллара? Ну, на днях мне показывает еще, что мы вчера пошли вниз. Вот оттолкнулись от волшебного индикатора, который я вам показывала. И вот смотрите, вчера еще как бы не закрепилось, а сегодня вот такое конкретное закрепление. И уже мы столько пошли вниз. Фунт-доллар идет вниз. И дневной тренд сегодня показывает нисходящий. Вот, скорее всего, мы сейчас идем отрабатывать линию месяца, ой, линию недельную. Это 1.301.50 где-то сюда. Ну, после этого, возможно, чуть-чуть вот пробой, откат немножко. И дальше вниз, вот аж где недельная линия. Так что фунт может прийти аж куда? Аж 1.291.60 где-то сюда. Вполне вероятно, так как фунт двигается, так что вполне вероятно, что я могу сказать, что мы можем сюда дойти. Это еще раз повторюсь, 1.201.70.80 где-то вот так. Вот такие. Ну, а если все же фунт развернется и пойдет дальше вверх, то, соответственно, мы можем опять-таки ожидать, что он может подняться до разворотной линии дня, это 1.907.36, и пойти дальше вверх. Естественно, после пробоя и закрепления. Вот это относительно фунта доллара на сегодня. Следующая пара у нас доллар-иена, любимица моя, доллар-иена. Ну что ж, доллар-иена на днях мне показывает тоже мой индикатор, что еще вчера было пересечение, то есть сегодня мы пойдем вверх, развернулись вверх на днях, хотя вот уже вчера, видите, такой был разворот. И цель на днях, вот опять-таки волшебный наш индикатор, это где-то... какой тут у нас уровень, это где-то 101.610, ну и следующее 101.900.910, ну, возможно, выше, ну, возможно, возможно, и только мы сюда вот так вот придем, 101.200, и пойдем еще раз тестировать разворотную линию дня, то есть внутри дня все возможно, но мой индикатор показывает мне, что сегодня, если есть новости, если честно, я не смотрела, и меня, в принципе, не слабо интересуют новости, потому что независимо от новостей, индикатор показывает, куда пойдем. А вот, то есть идти за рынком надо. Мы, если все-таки будет кидать свечку вниз, пойдет вниз, то вот куда мы можем прийти. То есть вот разворотная линия дня, то есть вполне возможно, что мы придем к разворотной линии дня, и даже ниже. Разворотная линия дня у нас на уровне 100.504 сегодня. Ну, возможно, даже ниже кинет свечку. Хотя мне показывает, что на днях мы развернулись вверх. Если вверх все-таки пойдет по моим прогнозам, скажем, по моим ожиданиям, то мы можем прийти сюда к... как я повторюсь, 101.680, 101.780 и даже вот сюда 101.880. Вот как-то так. Это был у нас обзор по доллар-иене и... по вашим просьбам добавляю еще и австралийского доллара в паре с американским долларом. Следующая пара, значит, у нас
Австралийский доллар в паре с американским долларом. Ну, по этой паре мне показывают, что мы разворачиваемся вниз. И видите, прямо отработали тютелька в тютельку. И скорее всего, что отсюда мы пойдем дальше вниз, отрабатывать вот уровень недели, то есть цель, линию недели. Это 0,761,16. Дальше идут линии месяца 0,760,35. И еще линия месяца следующая 0,758,55. Ну и дальше уже возможно, что мы вот дойдем до 0,756,60. Вот такие ожидания, если все-таки будет соответствовать моим прогнозам, что мы развернулись вот прямо на открытие, пересечение произошло, и пойдем вниз. Однако все же, если кинет свечку вверх, и давайте посмотрим, куда мы можем прийти. Если же кинет свечку вверх, то мы можем прийти сюда, до уровня дойти 0,770,31. Вот приблизительно так я думаю, что может сюда. Ну, если пробьет этот уровень, кто его знает. Хотя мне показало пересечение, вот видите, на днях. Хотя недельный тренд, вот он развернулся вверх. Но на днях показывает, что мы развернулись вниз. Вполне вероятно, что сегодня тренд недельный развернется и пойдем вниз. Ну, как бы на это похоже, скажем так. Вот видите, похоже. Очень даже похоже, что мы развернемся и пойдем вниз уже. В принципе, на открытие. В принципе, уже можно было вчера, наверное, остановиться вниз. Но на открытии сегодня вот произошло пересечение и такие ожидания. Ну что ж, друзья, я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Я с радостью всем отвечаю. Если видите, что может быть с задержкой, отвечаю. Не обижайтесь на меня, потому что я не успеваю и не всегда там вовремя ответить. Но я все читаю, я все просматриваю. Поэтому реально мне важна ваша обратная связь и то, что какие еще может быть у вас пожелания, какие у вас могут быть, может быть, я не знаю, замечания. Я адекватно на все реагирую. Ну, желаю вам хорошего такого ураганного профита. С окончанием вас уже приближается окончание этой недели. Приятных, хороших, веселых, радостных, светлых выходных вам и всего вам самого доброго. Пока-пока. До следующего обзора.